Ленка, родная, зараза, сдались тебе эти макароны. Так. Значит, русский язык знаем. Зачем потребовалось скрывать? А мы и не скрываем. Очень трудно в язык проникать, когда сразу на двух языках думаете. А этот пацан все время говорит на языках, продолжения которых не знает. Чего уставился моему на Верешвило? Они грузинский знают. Что он сказал? Обезьяна сына осла. Так. Мы из Советского Союза прибыли по культурному обмену. Наши знают, где мы. Ищут. Если вы нам не предоставите возможность связаться с нашим посольством, у вас будут крупные неприятности. Ясно?